хочешь скачать видео с YouTube и смотреть офлайн, но почему-то у одних видео есть кнопка скачать, а у других нет. В этом видео разберемся и покажу все на примере. Начнем с простого. Открываем видео, и под ним есть кнопка скачать. После нажатия начинается загрузка, и ролик сохраняется прямо в приложении. Перед загрузкой можно всегда выбрать качество. Чем выше качество, тем четче картинка, но и больше размер файла. Если доступно, всегда выбирайте высокое качество. Иногда кнопки просто нет, это значит, что автор отключил возможность скачивания или видео ограничено по авторским правам. В таких случаях скачать ролик нельзя. Нажимаем скачать, и видео у нас скачивается. После загрузки видео попадает сюда, в раздел загрузки. Здесь можно смотреть его без интернета. Учти, видео остается только в приложении YouTube и не попадает в галерею телефона. Вот так легко скачать видео с YouTube и смотреть офлайн. Теперь ты знаешь, почему кнопки может не быть. Если было полезно, ставь лайк и подпишись. Как видите, видео спокойно работает, Wi-Fi выключенный, сим-карты нет, можно спокойно смотреть офлайн.